Чествование юбиляров в семейной жизни в Ленинском районе зародилось давно. И это не только мера социальной поддержки семей. Пары, прожившие в браке 50, 55 и 65 лет, получают денежное вознаграждение. Еще одним подарком является торжественная церемония памятной записи, когда пары вновь чувствуют себя молодыми. Прожили мы 55 лет вместе. Муж не пьет и не курит. Работает токарем, фрезеровщиком работал. Сколько раз был на доске почет? Я служил в армии, играл в футбол в городе Соликамске. Вот, на стадионе познакомились, я сразу полюбил ее. Муж помогал? Ой, что вы, помогал. Он и сейчас всем помогает. Два внука у меня больших, взрослых. Я люблю ее. И здоровья. Любовь, больше ничего не желаю. Ну, здоровья. А и любовь есть, и будь здоровья. Как всегда, поздравляли юбиляров и малыши из детского сада. Желаем вам не унывать, смеяться. Назло годам и бедам вопреки, мы будем вами вечно восхищаться. Родные, молодые старики. В виде счастливых бабушек и дедушек у ребятишек создается образ и своих будущих избранников. Красивый, веселый, добрый. Красивый и добрый. Умный. О красоте и доброте говорил, поздравляя юбиляров, и Алексей Селезнев, заместитель главы администрации района. Смотря ни на какие трудности, которые мы все уверены встречались в вашей жизни, можно прожить совместно, при этом сохранить любовь, преданность, взаимопонимание. При этом не только сохранить это, но еще и трудиться, еще и воспитывать детей и внуков, еще уверен, наверное, и участвовали в общественной жизни. Алексей Селезнев вручил подарки и поздравительные письма главы района Олега Хромова. А семью Бодровых в этот день чествовали с юбилеем железной свадьбы. Они вместе 65 лет. Хорошо прожили. Помогал во всем. И детям помогал. И все мы делали вместе. Клирик Успенского храма Павел Чекалин от Видновского благочиния юбилярам преподнес подарки. Он поблагодарил семейные пары за принесенные сквозь годы нравственные ценности. Солистка ансамбля «Родник» Екатерина Гусева исполнила для всех замечательную песню. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.